В Республиканской филармонии прошло патриотическое мероприятие, посвященное предстоящему Дню Героев Отечества. Организатором выступило региональное министерство по делам молодежи, а среди участников – популярные артисты эстрады. Подробности в сюжете корреспондент Артур Амкце. В России День Героев Отечества отмечают 9 декабря. Карачаево-Черкесия по традиции встречает праздник одной из первых. Региональное министерство по делам молодежи выступило организатором торжественного мероприятия, которое прошло в Республиканской филармонии. В течение года министерством организовывается и проводится огромное количество патриотических мероприятий. Это различные форумы, конкурсы и так далее. Сегодня, скажем, такое итоговое мероприятие, в котором предусмотрена и церемония награждения всех тех, кто отличился на предыдущих мероприятиях. Но особо мы сегодня хотим выделить не самих участников. Самих участников мы уже ранее награждали. Сегодня мы хотим наградить их наставников, которые действительно проводят огромную колоссальную работу. Результаты этой работы репортеры «Вести» неоднократно снимали на самых разных площадках Карачаево-Черкесии, будь то Аллея Славы или Центр военно-патриотического воспитания, Зорница на базе военкомата или оказание волонтерской помощи ветеранам на дому. Для нас герои – это люди, которые вносят вклад в развитие нашей страны, помогают, защищают Родину, помогают на передовой. Также мы храним память о героях Отечества. Мы, как воспитанники штаба поста, помогаем нашим ветеранам, помогаем им по каким-то домашним делам. О любой их просьбе всегда отзываемся, приезжаем, помогаем. Патриотическая работа в образовательных учреждениях проводится регулярно. Участие в военно-спортивных играх и мероприятиях, посвященных памятным датам. Знание истории Родины и посильная помощь тем, кто десятилетиями вносил свою лепту в величие страны. Все это является частью разностороннего развития подрастающего поколения, которое помнит и чтит героев Отечества. Артур Мхце, Виктория Карпенко, «Вести», Карачаево-Черкесия.